А расскажите, что за проблема? Какая проблема? Почему вы сделали такой шарик? Вон там. Ага, видишь? Вон. Zie je? Zie. En om dat, met het erin leggen beter te doen, komt hij met die ballen hier tegen. Zie je? Als ik die balletjes er niet op heb, krijg je allemaal krassen. En nu hebben we bedacht dat het zo moet. Geen krassen meer. Понятно. Geen problemen meer. Geen mensen die moeten schilderen. Понятно. А обычно нет какой-то защиты специальной такой, не предусмотрено? А что другие раньше, вот другие люди разве не сталкиваются с такой проблемой? А почему вы используете мячики для этого? Почему именно мячики? Но у вас мячиков, вот до того, как вы это придумали, у вас не было мячиков. Вы стали искать мячики после того, как вы это придумали? Или у вас мячики были, когда... То есть какие-то теннисисты у вас на этих лодках гребут, да? То есть... Просто вы спросили... Понятно. А когда это вы придумали, когда? В прошлом году. Понятно. А вы... Is dat ze kwijtraken. Следующее проблема, что они теряются. Теряют? Vallen in het water. Как воду. Of we geven ze mee in een Rus. Русскому человеку дают. Вы даете не русскому человеку, вы даете музею. Окей. Я же их музей. Maar flauwkul, maar in het water veel. Vergeten. Понятно.